вот откупил, и вот следующая пошла Ну полоса. да. То есть вот То есть там не надо и воздуха хватит хуя места поднимать. убить, но вы просто пиздец отметили, я ему как бы дал рану. Короче, босса переведем на угол. И будем просто сначала до конца той стены двигаться, а потом в обратную. Ксюша, стихийка висит на боссе. Чтобы не бегать непонятно куда. Тут нормальный рейд с двумя танками. Да, главное делайте ДД там кого. Нужен только вар и медведь, либо... Наверх. Нет. 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 Буренка, делай ДД. Это там... Ну, мах, отлично. Как раз хотел. Можно, блин, еще, конечно, кого-то загнать в игру, блядь. Аляра. Дискон? Дискон. Еще да. Анонс никакой в гильчат не делали. Там люди, наверное, не дочитали твое сообщение вчерашнее, они думают, сегодня нихуя нет. Этого Акаму, на Акаму даже нет смысла идти, он не работает вообще. Почему? Ну, он работает, почему? Просто его убить невозможно. Так это и значит, что не работает, там верно? Призывом, он с призывом проблемы, и у него 6 минут на 600 миллионов. Да, 6 минут на 600 миллионов, да, а призывом там вроде все нормально. Там но, все тем не менее, нет, идти да. Разбирать его нужно. Да. Даже если он не работает, чтобы потом на экзване первый... тратить это время, блядь. На разбор, как лучше будет. Поставить, что поставить, где поставить и так далее. Пока диском покурю пойду. Народ, сервак лежит? Да. Покурю пойду. Вовремя. Ксюха, прием. Теплое пиво. Пс. Леха, ДБМ можно сейчас поправить, нет? Да, 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 я уже пробую. Сейчас кину. У вас радар работает нормально здесь или да, что-то? Я пофиксил радар. Можно качать обнову типа? Сейчас я скину файл. Этот босс. Просто можете кидать замены, выходить не обязательно. А папку вот эту Black Temple тупо целиком кидать, да? Не заходя сейчас, в нее. Сейчас. Я еще не... Просто замена и все. А, понял. Вадон и все. Запускает. Что радует быстрые ребуты. Вот так. Я уже две скачал, закинул. Только то, что я сейчас прямо сейчас кинул. А, именно это надо? Ладно. Смотри, зато завтра, блядь, онлайн будет человек 45. Ну, он просто кого не было, не брать мейнрейт, нахуй, все. Я опоздаю на часа два. Скажу. Люди заходят прямо возле босса. Надеюсь, не далеко. Не, я бегу, хуй знает откуда.
Леха, написано, радар не может использован в подземельях, будет использоваться текстовое окно проверки дистанции. А ты закинул? У меня появился, вот я сейчас раньше 8 рул, сразу радар. Закинул. Короче, зайди в аддон и предпоследний, там где фикс радара. Закинь ее чисто в аддоны. А, фикс, ну все, сейчас. Что еще? Не выходить, а просто релоуд прописать. А, ты еще ядро закидывал. Да, там, мало, там координаты фиговые были. Ну да, все работает теперь. Если ты поднимаешься, радару нет смысла никакого. Потому что он такой двух координат считает. Я пока не понял, от чего перебегать. Теперь надо, короче, не между РДД быть и боссом, понял? РДД ходят змейкой там. Ты можешь, короче, не знаю, все время в лицо бить, если хочешь, меньше ДПСа. Но у тебя меньше ДПСа будет, соответственно, мастерства же меньше. Ну, просто смотри, где у тебя, с какой стороны РДД кем, ты просто на противоположную встань, ноги и все. Понял. Не понял, шарящими. Да, да, босса до РДД идет. Ну, это частично, как было на классике ПК сделано, только переделано. Она постоянно ебет. Там она иногда просто заливалась. И как на ребре, ты с нее вышел и все. Мы сейчас будем начинать с угла и вот реально будем делать змейку. Чтобы вот этой хуйни наверх подниматься не было как можно дольше. Да, откидывай танков. И помогает только вот этот пригорок, который вверх он идет. Может ты за собой стул рыболова там ставишь, чтобы тебя не толкнуло? А столько идет холипал с танками, они когда переводят босса, мы все стоим и ждем тут, если что. У нас там еще люди бегут. У шкаф можно было поставить там. Ксюш, так что по стихийке? Она висит или не висит? Сейчас будет висеть. Так есть же... А, у нас совы нет, да? Какая разница? Резист режется только стихийкой, не совой. Я рунаклизма же, сова. Ну это да, это понятно. Но там режется для босса, так вообще там... Ну, ты не читал, что жмяк сейчас написал? Рунаклизма... У него там что-то от огня вообще, пиздец, короче. Немного другое, это не сова, это котик. Там у босса и овер духой резист, это там рука забей. Да. Это чисто для бафа из ПД на больше вешать. Ну, там копейки какие-то вообще, да, минимальные. Дай бог 300 урона. Ну, так-то у нас и совы вроде нету, да? В любом случае надо вешать. А деда вчера не было или был? Я что-то был. Да, был. Был. Ну,
Ну, еще сегодня, может, на работе просто торчит. Блин, ну ты еще так написал там, что надо было дочитать сообщение и понять, что еще надо сегодня зайти тоже в игру на ОБТ. Типа, чары там что-то готовы. Ну я это понял. И как многие тут еще. Но не всем. Ярче. Долгочно. Регрупп. Он пиросоманите. Ну, пока нет. Тиль, ты можешь поставить еще раз еду, а туда пропал? Ой, что-то это надо делать. Что делать? Кое-что доделать нужно. В игре. Боевой пропуск. Не-не-не. Да тут преподы. На репу и на все остальное похеру. С ДПС на Мерси не надо. У тебя босс. Может, Геру с полочью дадим, да? Я думаю, да. Потом она откатится наверняка еще. Угу, угу. Так, давай становись на точку, откуда будем начинать прям. Ну вот, с угла. Просто подведу босса сейчас. Улипал с танками. И все. А что, может, вообще отсюда, вот отсюда тогда, нет? Прям максимально, ну, главное, что гости. Только смотри, там же милики еще, про них надо не забывать. Но они сейчас где-то будут стоять под левой ногой его максимально. Как-то вот так сбоку. Ну, пока они да, с левой ноги, пока мы дойдем туда, они нормально у левой ноги будут стоять. Вот, прям встать ровно на линии, где стена начинается, и все. Дальше не надо заходить. Поехали. Это мы все оттуда можете атаковать, прям ничего себе жестко. Ну, фрейм здоровый. 5, 4, 3, 2, 1. Чего это? А босса поведут? Что в этой сетке? Да. Мы чем в этой сетке надо будет? Ну, кому я сейчас что рассказывал, я не знаю. Хуй его знает, чем они слушали. Алло, босса на угол стены, блядь. Где печенька? Сейчас метку 3D, блядь, я не могу 3D метку поставить. А, так вы все-таки не можете оттуда босса бить. Вы босса мужики, не подвести, блядь, Максим, упали, ты тоже нихуя не слушал, блядь. Упали нахуй. Босса вы не можете оттуда. Пиздите, дохуя, блядь, толку нету. Я синхую, мы не можем босса бить, потому что мы стоим, ждем, пока вы его подведете. Помолчи, посиди лучше, а. Я встану резко. А диван не помогает? Сейчас знаем. Помогал. Сейчас узнаем. Я давал вам... Спиной встань к нему, быстрее будет. Или в лужу. Петух, блин. Петух закукарекал за место Авроры. Помогает? У тебя сам... А, все уходит. Давай. Ваня, через сюда. Кстати, на РНЖ заметил, что этот удар он не кастанулся по ней, когда она отводила. Угу, понял. То есть Хант может дать на пул просто подойти в танк, и он тут его сразу поймает, да? Как вариант. Там же каста нет в начале возгорания никакого сразу этого, блядь. Ну, чтобы быстрее было вести, да. Как на Мурагриме, например.
Ну, я имею в виду, что сорвался каст, который откидывает и вешает стак. Вот я про него, который я ворую. Я понял про что-то. Но я говорю, как босса быстрее поставить. Тант, может, на пол просто тыкнет, а медведь сразу тут будет стоять. Вот с чем вы слушали? Я говорил, босса сюда подвести, блядь. Заикаться начинаю. Давайте. Там чая в магазине, в расходке нет никакого. Надо медведя еду ставил. Монить ставил далеко. Чинимся. Это вряд ли спасет, чем он на мамонте закуплен. Да, на мамонте нужно. Спасибо. Раф, медведь там вот бежит. Все, она тут уже. Советчики, а куда мне лучше стать, чтобы я до всех доставала? Или так и бегать с РДД? С РДД, все в одном кемпе. Сколько милики стоят одни под босс? Давайте откидайтесь быстрее. На бар. Вижу. А. Сюда вообще ставили боссы. Вся вот эта лестница как стена, то же самое. Вся одна лишь разница в том, что когда босс будет бежать, мы не можем бить. Ну, в смысле, вы не можете бить. Потому что танк не набирает риту. Это нам бегать в любом случае. Хантом запуливаем. Стоите максимально, пока не будет лосс. И потом пойдете за нами. А. Ну, босс-то можно вот здесь, на четвертый, не обязательно в угол. Так-то да, я метку я туда не ставил. Можно, да, поставить сразу не максимально, а где-то вот тут, блядь. На ход. Как мы далеко будем уходить, вы сами видите и подводите. Все просто. У нас должен быть максимум рейнджа. Давай тут поставим, окей. Верчи на пол. Ты не близко? Я прошел, блядь. Господи, Маша. Паш, чем он убил? Почитай, пока лежишь. Не, убил это падение, блядь. Вот
что это такое? Да мы не можем вот сюда отходить, за отойти, Кирилл. Мы же можем спокойно за отойти еще одну, в обратную сторону. Куреныч, проведи маленько вправо его. В метки соберитесь. Блять, мы спокойно назад можем еще одну разлюбить. Блять, ну так да. Ну, ты так понял. Так, а потом бы третью ближе к центру бы достали бы, ну, чтобы обратно идти. У нас лишних кругов до хуя. Зеру, кстати, можно держать на миликов, если они на танк. Я так понимаю, эти стаки танковские можно баблом сбрасывать паладину и зеленкой ДК. Стаки каждые 18 секунд. Сейчас наверх пойдем уже, наверное, Кирилл. У нас еще влево сколько мест? Влево хочешь? Ну, да, конечно. Блять. Там милики. Ну, будем перекрывать. Они еще не там. Пускай бегают, ёптать. И бегай. Клизма по локу. А чё, если его убить, то он завтра появится? Просто по мне. Пиздец. Он может и сегодня появиться. Там есть хуйня обновить подземелье. А, работает, ладно. Нельзя. Здесь нельзя бэрить. Почему? Я ваншотаю. Ну типа без щита? Не, я просто не встану, потому что там лужа, блядь. Что надо было после каста? До следующего? Я кинула БР сразу после каста. После лужи. Надо будет сейчас слетать, мне перебиться немножко ветром. У никого ДДшки тут нету онлайн, чтобы мне выйти, чтобы меня заменили. Ну да, у нас, блядь, танк перекапнул. Ну 4 танка, блядь, надо 2. Как только кто-то будет, поменяем.
На ДЦ получается ничего не суммируется щит, да? Не, ну он работает же вроде как. Ну типа ДЦ-шный абсорб работает, да? ДЦ-шная работа. Ну только какой считается первее и типа снимается ли типа сразу с этого основного, я хочу надо смотреть. Типа идет ли он в учет сразу или потом, блядь. А потом это никогда. Теперь я хилить не могу. Морка сальву по себе. Уже когда забираетесь наверх, нельзя хилить. Короче, я буду отдельно стоять. Да стой. Ой. Только как ты там слишком неси. Да, я думаю, что... Он под каждый таргет кидает эту хуйню? Я слишком далеко. И снесла мишку. РДДшная или нет? Чё? Мы на... слишком много водили, вам надо на макс ранже стоять от босса. Короче, если не бэрить, а кидать СС, не кидается этот ваншот от СС-а. Еще раз, он лужи дает по всем РДД, правильно? А, да. По всем заклинателям, я так понимаю. То есть все, что с манной. Ну, ханты, я так смотрю, что у них не летит. На ретриков же не кидается. Да, в хантов не летит. На ретриков не кидается, да, потому что мы мили... милишники, именно заклинатели учили. Пала кидается, да? Да. В ретрика нет, а от хила, да. Именно заклинатели. Там, короче, по билду смотрится. Как на зорте, типа, вот один. Пытался, попроверил, можно ли хулипалу это... Ну, здесь такое... Хулипалу нельзя, Мортрес вчера проверял, нам прилетела какашка. Понятно. Да, да, вчера проверял. Ну плюс-минус по агру, ну конечно тут не надо, да, считывать, то аляру будем все скидываться шары. Да. Ну типа вот я пытаюсь выжимать все, что можно, это примерно тот же билд, как у аляры, только немножко у него другой. То да, там сальва по КД должна будет, это же не одна. Потому что тут сальва кинул, ебашишь, оно видит, что агро поднимается, и вот я под конец сорвал, меня ёбнуло. Я, мы могли так не водить далеко, у нас вот путь вообще я... Вот я не понимаю, начали... в чем проблема, зачем вы начали с середины, вот вы босса один раз бок дернули с печеньки, и потом вы начали вести вверх, у нас места дальше влево не было. Если и... чуть-чуть повернуть босса, он швыряет танка, если лестница перестает помогать, если босс в сторону поворачивается. Ну, вы, бог, ну, вы говорите, типа, надо провести босса, чтобы вам, типа, РДД перебежать. Поворачиваешь босса, он швыряет танка. Так, ну швырнет, он там же стену. А вот на сколько метров он швыряет? 40 метров. Ну вот и смотрите, он вообще, ну типа танк улетает вообще в ебеня. Он каждую секунду швыряет? Каждые 20. Красиво. Ну, таунт иммунный, вроде. Может, да, таунт иммунный. Внизу собираемся. Быстрее. Ну, пизда, блядь, не, не, вообще, не надо прям я вот сейчас танчил, так поворачивать бок его, можно же как-то под углом его провести, правильно, блядь? Прости, я вот сейчас танчил, ну как бы с гунером вообще заебить. Так ну вот его можно. Же можно правильно под углом вот так вести вдоль стеночки, неровно поворачивая спиной вот туда под 90 градусов. Кав, сам он по тем, кого а нет. Вот так вот, блядь. Можно же так вести? Он если хочешь говорит... чуть-чуть повернуть на угол от лестницы, то танк швырнет. Так там есть он же наверх дело. Полетит, правильно? Он же упрется в лестницу вести в любом случае. Ну он вверх полетит, но он в другой край улетит. Я чуть повернул, меня откинуло к другой стенке. Даже вверх по лестнице. Да печально. Да блин, посмотрите, там он медведь пишет, что после коста просто вести можно, да и все. Он не швыряет, вот только вот когда идеально... Проведи после коста, в чем проблема? 20 секунд, чтобы его вести. После он... Ну и все, в чем проблема, если так можно сделать. Да не хватит места, не надо. Не. Да все уже придумали. Все.
хуйня. Вести можно только ровно вверх по лестнице. Короче, медведь, да, вот говорит, он можно вести после коста, так что в чем проблема? Кирь, смотри, все остальные тоже. Сейчас знаешь, как пойдем? Ну, у РДДшников. Сначала с максимальной РНЖ пройдемся, да? Ну, там надо танков еще доставать, учитывая хилам. Вайнич. Ну, у меня РНЖ порезанная. Они достанут. Ну, Вайнич нет, один выходит вперед. Вы должны все в одном кемпе стоять. Вот выходили, вы там срали на ход, блядь. В одной метке. То есть мы проведем один... Одну линию сначала туда, да, дугу сделаем. Ну, вторую линию обратно, и потом только пойдем по лестнице. Ну, я так и хотел. Чтобы не дергаться. Два танка. Ну, может, ну, проблема три, была, знаю. Босс сначала сразу вверх пошел, блядь. Я стак, получается, вот пиво, допустим, ну, три, допустим. Один я забираю стак, там, может... Из-за того, что забираю, агро может, чтобы, ну, перескакивало на второго танка. Все. Босс чаунт иммунный. Понятно, что таунт иммунный, но... Следует есть ханты. Ну, вон пиво сейчас и остался один, и я с ним, и он вел вверх. Сейчас, секунду, релот напишу. Сейчас мы ведем в бок после коста, когда он не откидывает. Когда мы сместимся максимально, вы видите, что мы на другом краю. Вы передвигаетесь, пока вы стоите до упора. Это просто. Смотри. Касаемо РНЖ, да? Вот мы отсюда, я отсюда хилю пиво. Что-то там более чем дохуя РНЖ. Типа палу тем более хватит. Поехали. Еще веди, еще, Диман, еще веди, еще, еще веди. Ну, все, поворачивай, пока... поворачивай к стене. Нужно срочно дать БР, иначе сейчас уже нельзя будет. Давай, давай, БР, вот. Давай, быстро. Пока нет еще там. Все, уже, уже. Серьезно? Долго думаете очень. Нормально прижимаемся в прошлое. Оптимизируем. Побежали. Лучше под следующего кота еще перевести пора. Бурет еще уже не достаем почти. Все, не достаем вас. И там, двигайте. Диман, когда крас только будет, к стене повернем. Все, пока стоим. Спамишь свой щит с шеей, вот. Не, я просто на крови лучше сделал, зачем я сняла шею. Тут дартил урон летел. Я же говорю, на крови уже стало. Все, ладно, ладно. На пол по буренке. Переводить надо будет. Все, Диман, веди. Быстрее, 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 сейчас велики там проседать будут.
по медведю. Еще можно вести надо. Диман. Давай последний раз диман переводим, потом вверх чуть-чуть и подвинем. Да. Все усе его до этого, до стены довести и все поставить. Не надо, зачем до стены? Не нужно. Да не надо, метров 20. Надо стены лишние. Все, идем вперед. Все, приводумай диман. Сейчас вот тут максимально. Что место есть? Чем мы возвращаемся в дверь? У нас еще место есть внизу? Да пускай, ладно, нормально. Уже это можно. 30%. Тут, ну, мало места вот так тратим. Должно хватить. Следующего поста чуть-чуть подвести, наверное, будет. Види, Дима. Так, милор, милор, щит спадает, подойди. Веди прям до ДДшника, смело уже. Все, опять красный щит. Переводить надо. Я хуй знаю, чем вы слухаете, Беронка. Переводить надо. Переведи босса. Все, да, блядь, был, сейчас наверх. Нормально поставит. Сейчас. Зачем мы его вверх поперли, непонятно. Ладно, чуть потом поднимаемся после следующего поста. Хилы там, кто не достает, чуть ближе делайте шаг, не страшно. Что можно сделать? Просто во время коста отходим назад, потом опять вперед. Чуть-чуть. Тем самым еще. А сейчас отходим. А потом костанет. А ладно, так нормально тут. Веди влево, блин. Вы же сразу змейкой типа вести лишь. Нет. Кирилл, нет. А назад отойдите. Давай, давай. Веди, веди, еще веди, 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 чтобы на максимальную ренту. Еще веди. Все. Все, кто. Что, он там хватит подняться место? Да, там потом подведете. Мы вот так через справа пойдем чуть-чуть. Не, приподнять его или что? Да, уже потом надо будет. Ну скажешь куда. Когда вам будет свободно. Уже мое. Ну, давай чуть-чуть отводи. Пойдет? Да. Так, тут лужа, стоп. Пробуем влево как-то. Ну. Эта способность еще не готова. Ну тут как резать. Очень клево видно. Ого. Близко прилетает. У нас нету флайтайма. Минус флайтайм, да. Мы слишком близко стоим. Выше, чем быстрее нападает. Че, убираем? Конечно, убираем. Оно падает только в... Ну вот мы смотрим. Вы горизонтально ведете, ну, идете линию, срете. Почему вы по дуге не идете? Ну, по кругу. Макс Ренжой. Ну, посмотрите след. Тупо линия ровная. Так а ты не понял? Да, там маленько проебались, сейчас нормально пойдут. Так и задумал рисовать линии туда, да, обратно было. Я так понимаю. Ну да. Просто потом как-то, да, началась вот хуйня дёрганная, там непонятно куда. Ну это хуйня, все нормально, сейчас поставят. Ну так вот, вы сами вот, вы видите, как мы начали линию в обратную сторону ровную рисовать? Так же мы должны дальше были сделать до стены и в обратную сторону. Так почему линия, а не круг? А нахуй круг, если мы это быстрее место потратим? Потому что босс не стоит на месте, типа, а его ведут. Как-то ну потому что, как бы, у круга больше, получается,
блядь. Длина окружности больше диаметра, понимаешь? Ну вот когда мы будем возвращаться назад в это круге, внутри круга, у нас меньше места уже будет в обратную сторону потом двигаться. Да не, Кири, все заебись было, просто тимана откинула, и поэтому все пошло на смарт. Так бы все четко шли, две линии, все бы заебись его убили. Это такой вопрос. Я, конечно, может быть, на парне позже, но почему мы его реально тащим в круг? Типа мы все равно не доходим до другого конца. Я и говорю, мы больше места сэкономим, если мы так будем двигаться. Это сложно, что ли? Нам просто нужно, чтобы босс был на максимальной РНГ, а не в упор. Да. Так просто сами подходите. Блин, логично, поэтому вам его нужно отводить. Так вы его отвели, потому что до этого хуёво, далеко. Я нихуя не понял. На самом деле, блядь, большая проблема, блядь, в данный момент, блядь, это выйти из лужи. Вот это большая проблема, блядь, а не вводение босса. Вводение босса. Вот каждый трай мы вводим босса не по танке, вводят его неправильно. Да. Ну так есть второй вариант, РДД бегать правильно. На макс РНЖ, да, чтобы у вас был флайтайм максимальный. Кто это? Я еще, ну как бы, повторю первый вопрос. Почему вы ведете по линии, а не по кругу, по макс РНЖ, чтобы у вас был максимальный флайтайм? Смотри, по смотри, вот Буренка, вот погоди, Мортал. Ты зачем его по дуге, ну, повел? Если ты должен был его поднять на 10 метров вверх и вести по линии параллельно тот, который была. Уже вверх надо водить, а не в бок. Ты слушай, что тебе говорят. Мы идем линии, одна линия идет прямая. Мы поднимаем босса на 10 метров вперед, они чуть-чуть смещаются вверх, и опять линия прямая. Потом еще босса на 10 метров, и еще линия прямая. Он же не агрится. Как змейка, короче, вот змейка. Он не агрится. Да вроде нет. Вроде. Ну вот представь, показываю досконально. А, блять. Хорош маг. Агрится, блять. Какой маг? А, сова, сорян. Я просто сделаю еще проще и поставить метки. Я задам один вопрос, потому что я не получил на него ответ. Вот сюда. Вот. Ой. Сюда. Ну, я так примерно чуть ниже. Вот где вы должен быть босс? Ну типа спредите просто ви. Блять, не знаю, мертвым. Просто поднимайте выше так же само. Вот дошли мы до стенки, подняли выше на 10 метров. Переходите потом в следующую метку, только. Другую стенку ведете. Именно. Ну, я имею в виду по меткам. Просто ту же метку, только чуть выше, которая посередине. Так же само боковую. Все. Ну я думаю, большинство вначале поняли сразу, что я это имел в виду. Да, но танки не поняли. Танки по своему вели его, ну, типа, и дальше все пошло не по плану. Ну вот, мы сначала линию сделали, а потом на середине второй в обратку, когда мы шли, босс уже вот пошел не так. Я, конечно, мог показаться беспробудно тупым, я задам вопрос один. А танки обязаны этого босса вводить из-за какой-то механики именно на танках, или чтобы РДД могли бить? Из-за того, когда что поднимаем, сейчас увидел, мы подошли под босса. Вы просто начали делаете так, как попросили. Ну да, я объясню, хуй с ним. Мы подошли под босса, у нас флайтайм, и вот вам сказали, что падение этих метеоритов ебучих стало в два раза быстрее. И поэтому должен быть максимальный рейндж. Еще там есть вариант. Я просто напомню, что времени водить босса не так много, как вам хочется. 18 секунд. Не 18, меньше. Почему? Дебаф висит. Он на раз 10 секунд. Раз дает каждые 18. Так же? За 20. Ну, от начала коста, так сказать. Ну, там, ну, учитывая, меньше, да, эти моменты. Ну, я так сказал, уже сразу все это учитываю. Раз 18. Он обновляет тут конец 20-секундного дебафа. Раз 18 секунд надо босса поднять на 10 метров вверх. Потом раз 18 секунд на 10 метров влево, потом еще влево на 10, за 18 секунд. И так по 10 метров каждые 18 секунд. Я считаю, это более чем времени достаточно.
Погоди, ну вам же там придется не каждые 18 секунд его дернуть, правильно? Нет, давай, иди, давай. Есть, не бросьте. Давай не так. Ну, почему вот, когда первый раз вели, линия идеально ровно, у вас времени хватало, а потом у вас времени что-то перестало хватать? Ну, говорят, откинули. И не получилось поэтому. Да, и там вот. Просто откинуло, и поэтому все пошло не по плану. Где ты там лежишь, дохлый, блядь? Да вот он я, блядь, заебал твою жену. Балка. Нахуй туда убегаешь? Ну, да блядь. Я вообще ебу, какого хуя умер. Да рано бегать, умирать. Врезаться должны, блядь, в течение минуты. Блядь, по 5 минут сидим, ждем, пока, блядь, отрезаете. Нету массы. Подумайте. Вот я вот хотел задать вопрос, тот же самый, что с Нирия написал. По сути своей. Место экономим. Ну, потому что... А чё вам, 3 секунды сложно, пока его доведут до точки с пула, подождать или чё? Просто это какой-то... выглядит как придумывание велосипеда. Нет. Говоря. Так у нас будет насрано посредине пути, блядь. И в чем смысл? Верчи. И дайте поставить. Ну, типа. Не надо сразу 3 трупа. Ну, у него берсы нет, нихуя нет. Его нет смысла вливать, пока его не поставили. Поставили, дали Геру, начали вливать. Это может быть тут у него берсы нет. Там на x2 будет ДПС поменьше, ощутимо. Берса у босса либо есть, либо ее нет. Давайте бить, пожалуйста. Да, хотелось бы. Больше ДПС? Да. Это ну? Чарок, бафов, проф. Да, я буду прохлаждаться. Только брюли и усилков не хватает. Прилично. Мы намного меньше. Короче. Five, four, three, two, one. Еще, А кто спросит, спроси, у кого-то лагает, нет? Нет. Далеко сильно не отдвигайте тоже. Ну, особенно те, кто не лагает. После следующего каста можно будет провести. Стака, стака, буренка, стака. Стой. Далеко. Очень далеко. Да. Рано повели и далеко отвели. Думаю,
На вас не было дебафа. Не, как на маге. Следующего, вот, вот, ведем, ведем. Ниже спускайся, ниже, все, веди, еще веди. Еще веди, вот так, стой. Стопай. СС не было? На миликах нету хила никакого. Значит, нужно поднимать. Теряют чит. Пока никто не пробовал. Перебегаем, и Клизма дает БР свой. На пулы не пишут, они не дают, они не в курсе. Веди, Буря. Подожди, не трогай. Хватит, стоп. Он там сейчас двинет. Настя, поднимай танк. Все, стой. Киркир, сейчас вниз вы зальете, скажешь? Повыше, поднимите. По танку ребаф. Поднимайте выше. Чуть-чуть совсем здесь же остаюсь. Хватит. Милики щит теряют. Эвэй. Мимо. Сейчас нормально, не надо поднимать? Нормально. Да после каста, Диман, после каста влево. Мили, перебегите налево. Все, веди. Веточ. Хорош? Ты вот с этого высоко поднялся. Смещать надо. Я бегу. Смотри, как лосы шхулипало ведешь. Ну как был, видишь? Все нормально. Чуть подошли. Великий щит теряют. Не-не-не, нормально, не надо. Мы сейчас проходим здесь по прямой, потом, ну, просто назад два шага сделайте. Ну да, чуть-чуть его наверх поднимите и также в обратную сторону. Вот. Ребятушники, вставайте на максимальный режим назад, прямо до... Метку видим? Максимально. Ну это РДДшники, хилы там чуть вперед. Так что, Диман, ставишь, когда поднимем? На бар скинь агро. Вот он сейчас скинет еще одну хуйню, и потом и вам его нужно будет поднимать. Поднимай.
Хорош. Так, нормально? Да. РДД. По мне. Александр. Линдус. Клизма, поднимай его. Иди вправо. Блять, ну кого? Буренку. У нас один труп. Иди, веди, быстрее, быстрее, быстрее. Хорош. Эти все на полу бурем. Мы не успеем поднять его никак. Так что не надо. Сальвы по призме. Вампир тоже скидывайте. Скидывайте, вампир скидывайте. Через 20 секунд с меня когда. Так, мы лосы мили. Так, сейчас вести надо будет вот следующего обстрела. Все, веди, веди. А, блядь, я там. Врач сейчас откинет. Уже. Подстраивайтесь. Я поставлю, как надо. Ну, что, нормально так? Чуть-чуть. Или поднять? Чуть-чуть, на два шага. Все, хватит, хватит. Все, ну, еще не все. Еще не все, мы еще наверх, будем. Еще будем наверх подниматься, скорее скажите, всего. Скажите, когда поднять? Мы, скорее всего, прямо совсем. Милики щит теряют. Блять. После следующего падения нужно будет поднимать, мы будем подниматься. Делаешь 5 шагов и все. КТ на полов. Да все, он умер. Все, поднимай. Поднимайте. Поднимай. Все, еще, веди. Еще. Все, хорош. О, просто великовато. Короче, он полностью будет убиваться за три дорожки, правильно? Правильно. Ну а полукругами, представь, сколько мы места просирали бы. Да, полукругами мы не то, что мы просирали, там, блядь, понимаешь, откидывало бы, Кирилл. Вечно чё? Горящий уголь скверны. С него? Да. А говорили, что обычные угли. Все угли падают, которые есть, существуют в игре. А, написали уголь, короче, но не по идее, а по названию или чё? Да. Чё-то. Элементарный уголь. ГЦ, ребят, ГЦ. А сердце тьмы тогда при чем тут? Танки, не отталкивайтесь от РДД, отталкивайтесь от коста, потому что нам невыгодно, чтобы вы летали. Там есть один момент, когда ты начинаешь его после коста вести, он может еще костануть один каст и стоять на месте, понимаешь? А. И после этого кастует откидывание. То есть там рандомная получается хуйня. Не, Но поэтому я заранее говорю вам, когда его вести, то есть за одно падение. Короче говоря, будем на X2, а-ля Арваниэль залетает и ебашь, то я буду прохождаться на замене. А-ля Арваниэль залетает, выбирают.